И всем привет, ребят, с вами Старонник, сегодня записываю новый ролик, сегодняшний видеоролик посвящен разговорной тематике, И у нас есть новые подробности, новые новости, связанные с нашей замечательной игрой. Уже сегодня выпустили пост, который вы видите уже через день, получается, по обновлениям недоступности игры которой есть много интересной информации, но и при этом есть большое количество вопросов о том, когда же наконец-то игра заработает. Возможно, в тот самый день, когда вы смотрите этот видеоролик, а это именно четверг, в этот день появится анонс о том, что сегодня либо завтра проект начнет работать. Шанс, по крайней мере, на это Сохраняется. Если вы ждете, если вы верите, то что уже совсем скоро все заработает, то обязательно поддержите данный видос лайком, ну и напишите в комментариях, когда, по вашему мнению, эта игра наконец-таки наша вместе с вами заработает. Начнем с главного. Написано, что в среду игра точно не будет работать. Точной даты нету, работы продолжаются и делают все возможное, чтобы уже на этой неделе игра полноценно функционировали. Также есть информация о том, что уже, я так понимаю, на момент записи этого видоса, на момент выхода, у нас идут прямые тестовые э, включения и проверки работы игры. В этот раз разработчики не хотят повторять предыдущих ошибок, хотят, чтобы все полноценно функционировал на протяжении долгого периода времени, чтобы не надо было потом опять закрывать, чтобы опять сталкиваться с какими-то проблемами, в этот раз к делу подходят максимально серьезно. И я надеюсь на то, что если уже все включат, то будет работать полноценно, без проблем, без никаких прочих неприятностей. Все ждут компенсацию и надеются на то, что эта компенсация уже будет доступна, во-первых, в ближайшее время, в момент э, запуска игры, во-вторых, что ее можно будет забрать, а не так, как было с предыдущей компенсацией, когда ее выдали, и уже через день у нас произошли неполадки в игре, и уже нельзя было в нее войти. Да? Поэтому в, этом, в этот раз все должно работать идеально. Ну и также написано о том, что после того, как откроются сервера, есть шанс того, что некоторые возможности в игре будут частично ограничены. То есть что-то... Ну, например, я предположу, что это, например, там, открытие контейнеров, да, либо доступ к каким-то разделам магазина, да, они не будут работать изначально. Либо же не будут работать какие-то ивентовые вещи, например, там аркада, либо мини-игра хэллоуинская, хотя она, наверное, должна в первую очередь работать. Ну и киберспортивный танкофон, я тоже надеюсь, что с самого начала уже сразу будет работать. Но это написано, что есть возможность, да, то есть это не факт, что. Это не будет работать. Ну, либо же это связано с какими-то другими вещами, а и никак не связано с ивентами, о которых, ну, в этой, по крайней мере, новости, информации нет. Ну, и написано, что в очередной раз э, хотим вас поблагодарить за поддержку, то, что в этом плане пытаются игроки подбодрить. Я и в том числе тоже надеюсь на то, что в скором времени уже все у нас вместе с вами заработает. Я лично жду компенсацию. Я жду черную пятницу, о которой я уже видос записал, но ну и жду, когда я смогу разыграть свою компенсацию на 3 миллиона кристаллов, которую я уже даже дополнил дополнительными коинбоксами, которые ежедневно растут. Поэтому, если вы вдруг еще в моей личной компенсации на 3 миллиона не участвуете, то обязательно переходите в комментариях. Ссылочка имеется выполняете все условия и участвуете, при том, что условия ну, максимально, максимально простые. Поэтому переходите, выполняйте условия и принимайте участие. Поэтому я лично надеюсь, что мы вместе с вами уже на этих выходных поиграем. Очень сильно надеюсь. У нас не работал тест, но благо сейчас он уже заработал, да. Так что все желающие хотя бы могут покатать немножечко на тестовом сервере, да. Доступ наконец-таки возобновлен. Не знаю, что там было с этим сервером, но в любом случае это хорошо. Ждем новые новости, ждем анонс открытия и надеемся на то, что как минимум до Нового года наша игра беспрерывно, без никаких проблем, полноценно будет функционировать, работать радовать нас новыми ивентами, при том, что у нас их должно быть безумно большое количество, да, если все перечислять, это аркада, это новый ивент с вирусами, это танкофонд, это черная пятница, да, то есть плюс у нас дальше там идут Рождество, идут новогодние все ивенты, да, то есть движух, которые должны быть в игре безумное большое количество, да. И все это должно появляться. Не забываем про контракты, которые обещали вывести в ноябре. Ну ладно, в связи с недопустимостью входа в игру и проблемами с игрой. Мы опустим этот момент, но если обещали вывести в ноябре, значит как раз таки в декабре этот обзорчик, этот, вернее, какой обзор, этот, этот Пак обновлений должен выйти. Должен выйти еще новый обновленный худ интерфейса, и появится большое количество новых интересных вещей в нашей игре. Потому что контракты должны преподнести прям лютые вкусные бонусы, которые я лично уже ждал ну, на протяжении долгого периода времени, если учитывать тот факт, что. Комплекты, например, те же в игре у нас полностью не обновляются. Так что надеемся на то, что уже в ближайшие дни все заработает. Я лично в это верю, да, продолжаю верить, надеюсь, да, что это не, на... не растянется на какой-то долгий период времени, да, что это написано, что в ближайшее время, а на самом деле там через неделю да, очень хотелось бы верить, что реально все заработает, потому что хочется уже какого-то контентику записать, уже что-то интересное хочется дать, при том, что ты в голове-то знаешь все те ивенты, которые уже должны начинаться, должны быть в игре, но ничего не работает, и ты этого записать не можешь, поэтому ожидаем, поддерживаем данный видос лайком, если также ждете, что все у нас заработает и заработает в ближайшее время. Подписываемся, ребяточки, на канал. Ну и участвуем в розыгрыше на 3 миллиончика. Моя личная компенсация в описании ссылочка на нее имеется. У меня, друзья, на этом все. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи и всем пока.